Мы только начали, она там уже ходит. Пошла вон. Hello, my darling, с вами Симона, и мы с вами продолжаем играть в The Coma 2. Пытаемся вспомнить, а что мы, собственно, тут вообще делали. Мы ищем вообще-то кабинет вот этого чувака. Я, блин, забыла, как мне эту... Как она называется? Зажигалка. Как мне зажигалку мою включить? Уже вообще нормально, все забыла. На что зажигалку-то открыть? Обучение. А можно не обучение, а что-то другое? Серьезно, я отсюда не могу посмотреть на значение клавиш? Слушайте, игры, они меня убивают. Вот просто вообще не помню, на что нужно... Так, это не то, это Т. Это Т, это я помню. Р? На что, блин? На F. Вот на что. Мы, значит, получили вырванную страницу, славьте тебе, Господи. Так. Дни страха. Не надо там ничего разбивать. Враги окружили Пусан, моя семья оказалась в ловушке. Болезненное чувство надвигающейся гибели нависало над нами. В течение ближайших недель мы часто ютились в мрачной тишине возле радио. Мы отчаянно нуждались в каких-либо новостях о бушующей борьбе вокруг города. Я узнала, что Сухо разместили по периметру Пусана с другими силами РК под американским командованием и через местного знакомого отправила свою фотографию, чтобы поднять ему настроение. Интересно. Однажды известие о высадке генерала Дугласа МакАртура в Инчхоне, дошло до нас. Чувство безнадежности, учитывая обстоятельства, вскоре уступило осторожному оптимизму. Слушайте, это все прекрасно читать, но где кабинет вот этого учителя, который... Вот непонятно. Давайте попробуем спуститься снова в кабинет биологии, потому что непонятно. Вот сюда же мы же можем зайти. Мы не можем сюда зайти. Вот сюда, по-моему, можем, но не нужно нам это. Мы уже один раз на этом обожглись. Так, а куда теперь? Ну, теперь... Подождите. А, еще ниже нельзя, поэтому пойдем в эту сторону. Если что, я, естественно, не помню, где прятаться. Если вдруг мы сейчас напоримся на кого-то, нам жопа. До свидания, до свидания. Он, по-моему, не умеет двери открывать, он лох. Лошара, но прикол в том, что этот лошара теперь нам не даст никуда пройти. У него теперь здесь гнездо, как всегда. Значит, мы пойдем обратно. Мы пойдем обратно наверх. Пойдем по другой. Мне постоянно чудятся ее шаги. Это я не про тебя. Мне постоянно кажется, что она вот где-то рядом. Она меня накрутила уже. Так, вот здесь еще ниже. Ну здравствуй, подруга, дней моих суровых. А здесь негде прятаться, поэтому мы бежим дальше и прячемся в туалете, потому что нет больше пути. Блин, да что ж такое? Что же это такое делается? Отстань. Да в смысле, я в туалете была? Ты что вообще пристаешь ко мне, женщина? Я была в туалете. Совесть имей. Старшая школа Сихва. Ты знаешь, как задолбал уже, если честно. Поспокойнее будь, школа. Ё-моё. Зато у нас сохранился баллон. Мы сейчас заново все сделаем. Вообще, кстати... А, нет, верстак был в этом... В
полицейском участке был верстак. Нам нужно, у нас все собрано для вот этого какого-то чеснока, на который там что-то кого-то ловить. Поняли, да? Или вы не поняли? Вот я не знаю, здесь что-нибудь. Ну, что-нибудь. Ни бинтов. Ни черта вообще. Отпусти эту фигню. Мы хотим быть незаметными. Смотрите-ка, теперь ее нет. Ну, значит, она вон, еще ниже она, значит. Подождите. Нет, не то. Мне на какой? Мне надо на эту лестницу или мне надо на эту лестницу? Мне надо на любую лестницу. А вообще, меня не отпускает мысль, что все, что я делаю... Там что-то грохнуло, туда не пойду. Все, что я делаю, бессмысленно. Нет у вас такого чувства, коллеги? Там, короче, если вы помните, у нас общались два учителя. У него всегда позитивный настрой. Надеюсь, он не застрял в этом месте. Здорово. А я надеюсь, что мы тоже не застряли в этом месте. И не хочется совсем застревать в этом месте. Что за длинный такой кабинет? Что такое? А, это, наверное, кабинет информатики, нет? Блин, ну хватит так делать. Ну ты специально это делаешь. А потом будешь вечером говорить, у меня болит в горло. От чего бы? От чего бы это? От чего же болеть горло? Может, от того, что ты его дерешь как ненормальный? А, здесь хрен ты пройдешь. Хрен ты здесь пройдешь. Тут... Да, тут заросли. Ёперный театр. Да, блин. Ой. Извините. А что же тогда делать? Вот нас кто-нибудь схватит за жопу. Мы будем туда-сюда ходить, нас по-любому кто-то схватит за жопу. Я вам отвечаю, нам надо еще выше. Отстань. Господи, очень страшно. Хватит! Ты издаешь страшные звуки! Прекрати! Мне надо до лестницы дойти как-то целый и невредимый. Ну как? Целый уже не получится. Целый мы были 150 тысяч лет назад. У нас уже на 2 здоровья меньше. Пойдем в эту сторону. Я не знаю, вот это что такое? Это кабинет директора. Мы тут, по-моему, ни черта не нашли интересного. Какие-то портреты прекрасные. И, собственно, все. И место для прятания. И место для сохранения, кстати. Может быть, мы и так и поступим. Она идет! Я спряталась. Я не могу. Я не могу. Я не хочу никуда ходить. Можно я просто посижу в этом ящике, и оно все просто закончится. Это означает, что она вот прошла, типа по звукам она прошла в ту сторону. Это означает, что я в безопасности? Я думаю, что это ни хрена не означает. А вы как считаете? Ой, господи. Выключай свою эту штуку, дурацкую. Беги! Да давай, блин, что ты не бежишь? Да блин, то есть нельзя от нее типа убежать, если она видела, что ты убегаешь. Вот приятно, вот спасибо.
Блин, а здесь некуда прятаться. Беги, ёперный театр, пожалуйста, беги. Блин, она еще и устала. Блин, здесь негде прятаться, здесь просто негде прятаться нигде. Ну что это за говнище-то? Объясните мне, почему? Почему? Зато я сохранилась попозже. Пошла ты в жопу, какая ты стерва, какая ты зараза, представляете? Хорошо. Ничего хорошего. Я просто не понимаю, куда я иду-то, почему мне перестали класть эти, как его, ставить эти... А, вот еще есть кабинет технологий и жилищной экономики, оно нам надо. Где восклицательные знаки? Куда я иду? Что мне надо-то вообще сделать? Кабинет жилищной экономики, технологии, блин. А тут этот чмошник. А тут вообще нельзя пройти. Я думала, тут этот, который... Вот этот. Не беги, этот... Экономь силушки. Здесь вообще вот просто негде прятаться. На этом этаже просто негде прятаться. Хватит там все колотить. Ты буйная или как? Ходишь себе, ходи, кто тебе мешает? Имущество казенное, ты на кой портишь, объясни. Вот это кабинет биологии. Дополнительный замок. Для защиты от химических веществ внутри. Где же учитель хранит ключ? Я-то откуда знаю? Комната охраны. Пойдемте в комнату охраны, я не знаю. Блин, гнида, ну как ты задолбал? Что тебе надо? У меня есть медпункт. А я была вообще здесь? Две восковые фигуры замерли в агрессивных стойках друг напротив друга. Разве это не мисс На? Наша школьная медсестра. В смысле медсестра? Она же... А, мисс На? Она была мисс Но. Она была учительница музыки. Стойка мужчины выдает его отчаяние. Кажется, это иностранец. К колбу приклеена записка. Сексуальное насилие, ты серьезно? Ты разрушишь наши репутации. И ради чего? Я не буду участвовать в этом шантаже. Никто в здравом уме не поверит твоим словам. Просто возмутительно. Джеймс Мотт. Это мистер Мотт, управляющий. Его семья основала школу Сихва. Ничего себе. Добрейшая вечерочка. И она решила его за это, собственно, как это называется. Не нужно мне ваше, блин, противоядие. Мне, в принципе, вообще ничего не нужно. У меня места нет ни для чего. Мы получили вырванную страницу. Что нам это дает? Я добралась до Сонсына и обнаружила, что большая часть нашего района постигла... Большая часть нашего района постигла та же участь. Ладно, хорошо. Что и весь город. Я продолжала искать, пока не увидела среди обломков и руин наш дом. Он был весь покрыт пылью и пеплом, но здание вызывающе выстояло. Ладно. Входная дверь была приоткрыта, я вошла. Осторожно осматривая интерьер, прошла в старую спальню, которую мы с братом когда-то делили. Он был там, лежал в углу комнаты и без сознания. Все еще в военной форме. Я посмотрела ему в глаза, но свет в них давно погас. В его руке лежал открытый медальон с той самой фотографией внутри, которую я отправила ему. Скорбь захватила меня, и я упала без сил. Слезы не утихали, пока я не уснула. Такая грустная история. Да это я не могу взять, понимаете? Я бы очень хотела это взять. Но я не могу это взять. А деньги могу. Вот это пожалуйста. Бинты! Давайте... Блин. Это что тут такое? Спички. Детям не игрушка. Ну и что? И что? И что теперь-то? Осмотрели медпункт.
До хрена узнали полезного. Тут мы, по-моему, смотрели, да. Ну и чё? Это мне вообще ничего не дает. Мне это ничего не дает. А по-моему, я здесь была. Фу. Я, конечно, не ручаюсь. А, в самый первый заход я здесь была. Когда мы вот с этого начиналась, когда игра. Я здесь была. Тут сидел с кинжалом какой-то ублюдочный. Ну ничего здесь нет в комнате охраны. Ничегошеньки совершенно. Где еще? Может быть, какой-то... Давайте... Да, тут мы не дойдем до этого кабинета. Чтобы дойти до этого кабинета, надо на третий этаж обратно подниматься. А там эта дура ходит. Бродит. Мне нужно вот этот вот учительский какой-то кабинет найти. Кабинет какого-то там учителя, который ругался с какой-то учительницей. Ну вот это все. Ну я же не могу это ничего взять. А, это деньги. Деньги я могу взять. О, еще деньги. Могу взять деньги. А, вон там еще записочка. Там еще записочка. Мы получили, получили. Так, 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 так. В период с 1945 по 1949 год институт Сихва укрепил свое присутствие в Сонсын. Они открыли больницу Сихва и расширили академию Сихва, основанную в 1932 году. В обоих учреждениях преимущественно работал персонал с Запада. Сухо учился, учился в академии и свободно говорил по-английски. У него была склонность к языкам, и наши родители очень гордились его интеллектом. Он даже научил меня читать и писать по-английски. Мое восхищение им росло с каждым днем. По правде говоря, я хотела быть такой же, как он. Я все еще практиковалась с флейтой, которую он подарил много лет назад. Это был мой личный способ следовать по его стопам. Это вот это блок флейта, на который этот, вот этот... учился играть, это ее флейта была. Их! Что нам это, кстати, дает? Ни черта. Ой, куда же нам надо? Не знаю, может, сохранимся в кабинете директора? Мы не можем здесь подняться в кабинет директора! Мы можем здесь только спуститься! В подземной кладовке нам ни хрена не надо. Нам, значит, надо дальше. А там дальше этот придурок гнездо развил. Себе. Он же там ходит. Вот этот. На карачках. Ну? И чего? Окей. Вообще супер. То есть мне теперь вообще с этого этажа как бы ну некуда деваться, вы поняли? Да иди ты в лесом. То есть получается. Как бы я то вправо на том этаже не могу. Влево не могу, потому что там этот придурок. Ну все, как бы не раненый пройти нельзя. А бинты мне брать неоткуда. Ну точнее есть откуда, но мне их нельзя взять. Супер! Вообще, слушайте, так удобно. А так мы выйдем куда? Мы вот здесь же куда-то выйдем. А куда это мы вышли? В подземную кладовку. О! Пожалуйста, записка. Ничто не могло подготовить нас к ужасу, который произошел летом 1950 года. Весь наш район впал в смятение, когда пришло известие, что северокорейские силы пересекли 38-ю параллель. Моя семья слушала радиопередачу президента Ри, который призвал выживших остаться в Сеуле и довериться правительству, несмотря на опасность. Отец знал, что грядет, и мы быстро собрали все, что могли унести, и пешком бежали из горящего города. Успели перейти мост Хана, прежде чем наши войска уничтожили его. Это было самое трудное путешествие в нашей жизни. После множества страданий и душевных потрясений мы наконец-то нашли свой путь в Пусан, последний устоявший город. Именно там Сухо, тогда еще 16-летний мальчик, объявил, что
присоединиться к другим школьникам в качестве солдата-добровольца. И я в гневе протестовала, но безрезультатно. Что это был за звук? Так, тут идти некуда. Тут как бы тоже. Тут куча всего, естественно, но нам это все некуда класть. Спасибо, большое спасибо. О, может, деньги? Нет, нифига не деньги. Это пипяу. Почему я не могу просто теперь уйти? Я теперь вот не могу. Трэш. Просто 20 минут уже просто ходим. Слушай, вот это никому не интересно, твои вот эти потуги. Ну придется мимо него пробегать и жрать чипуси. Чипусю. Потому что, блин, ничего я не могу сделать. Мне здесь вот... нечего ловить. А есть, может быть, какой-то... Тут, по-моему, не сквозной, да, вот этот кабинет? Нет, он нифига не сквозной. То есть я даже не могу как бы, типа, обмануть алгоритмы игры. Мне по-любому надо выйти из вот этого. Этого. О, как у меня так получилось сделать? Это закрытая дверь. Это закрытая дверь. Вот, чтоб ты отравился, гнида! Дополнительный замок. Спасибо, я знаю. Вот так тебе, понял ты? Я не понимаю, куда мне нужно. Комната отдыха учителей. Там ничего нет в этой комнате. Ничего полезного. Где учитель может хранить ключи? Расскажи мне все, я должна знать, к чему ты клонишь, но ты ведь знаешь, что я старший классный руководитель, у меня все хорошо. Ноутбук, ля-ля-ля, ну мы это читали. Разве мисс Нос корень увольняется? Интересно, эти вещи как-то связаны, это выглядит как безумный заговор. И, наверное, могу узнать больше в классе мистера Си... Просто покажите мне на этой сраной карте, где здесь написано кабинет мистера Сина. Мистер Син, он кто? Старший классный руководитель. В учительской мы были у его стола. И ничего там не было интересного. Кабинет управляющего, кабинет директора, факультатив, кабинет информатики. Что? Нет никакого кабинета мистера Сина. Нет кабинета старшего классного руководителя. Что это за бред? Что вообще такое старший классный руководитель? Это классный руководитель всех классов. Что это такое? Я реально не понимаю. Я не включила гирлянды, кстати, на этом. На комоде. Блин, ну вот. Ну давайте еще раз в учительскую сходим. Это нам наверх. Я там эта дура выскочит. Нет, не выскочит. Лежит. И надо спуститься. И вот там она точно выскочит. Вот там-то уж она точно выскочит. Причем я хожу просто по кабинетам, и нет даже каких-то побочек, типа, пойди туда, не знаю, куда. Просто хожу. Просто лежат какие-то вещи. Ничего я не пойму. Учительская тута. Мяу. Сидите, да, мяу. Вы коты-подставщики, я вам не верю. Учительская. 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 И что? Это стол заместителя директора Чина. Это не то.
Это что? Это стол Мисс Сон. Она действительно как-то связана с этим ужасом, преследующим меня. Может быть. Учителя рисования зовут мистер Ян. Он дружит с учительницей музыки, но мне кажется, что он немножко странный. Очень чертовски полезная информация, Заюш. А чё с твоим-то? Я слышала, что учительница музыки мясного увольняется, если верить слухам, она поссорилась с директором Ли. Где твой-то этот? Стол моего классного руководителя. У него всегда позитивный настрой, надеюсь, он не застрял в этом месте. Всё! Какой его кабинет-то нужен? Так, я включила гирлянды зато. Ну, я не знаю. Ну, надо просто ходить теперь по всем кабинетам. А что делать? Ну, у нас нет другого варианта. Вот у нас кабинет директора. В кабинете директора есть ничего, например. Мы здесь были. Пойдем далее. Так и будем сейчас заходить. Мамочка, тут ты же спрятаться. А вот можно. Ушла. Да она издевается, она же прошла мимо уже. Алло, здравствуйте. Пошла в жопу. Отстань. Вот стерва. Да вы издеваетесь, что ли? Я не могу в эту сторону вообще идти. Бред какой-то. В этот класс я зайти не могу. В следующий, соответственно, тоже, правильно? Блин, гнида, ну как вы меня задолбали, а, вдвоем? Что вам нужно от меня? А? Вот я наверху, на самом-самом верху. В первом факультативе у меня... А может, что-нибудь в туалетах есть? Да эта дура сидит в туалетах и ждет меня, тварь! Мы же с вами так и напоролись на нее в прошлый раз. Такие, будем заходить во все комнаты, и она такая в туалете. Да ёперный ты! А, она там была! А я думала, она не там была! А я думала, она не там! А я думала, по-другому думала! Блинский, блин, ну что такое? Беги! В этой комнате негде спрятаться. В этой тоже негде спрятаться, но можно пробежать насквозь. Блинский! Все, отстань, пожалуйста. Вообще на всех напоролась. А главное, ради чего? Я не понимаю, какой мне нужен кабинет. Я вообще хожу, ищу проездной. Мне на кой вот эти их какие-то разборки с какой-то учительницей музыки? Кому не насрать, что они там рамсили с директрисой? Я вообще здесь не за этим, алло. Здравствуйте, шоколадку съем. Ну и естественно, теперь все кабинеты, в которых были бинты и что-то полезное, они теперь все просто, ну, максимально далеко от этого места. Естественно, мы хоть где? Комната отдыха учителей, ну пипец. Ну пипец, сходим посмотрим. Да мы тут были, ничего тут нет. Ничего тут нет. Кабинет биологии, медпункт. В кабинет охраны я... В комнате охраны я была. Там ничего нету. В кабинет управляющего я не помню. Я ходила или я не ходила. Я тут просто везде ходила. Все, что я делаю, отхожу и напарываюсь на этих придурков двух. Неуравновешенных. И все.
Это, в общем-то, все мои занятия на сегодня. Отстань. Это что? Это учительская. Нет, это опять это... Тут вообще ничего нет. Ой. Это что? Кабинет директора. Почему-то начало все проседать. А почему? Учительская. В учительской тоже ничего нет полезного. Не надо мяукать. Это вот вся она вот такая сквозная большая. И только вот зато можно на ту сторону коридора пройти через нее. Это вот единственная ее польза. И почитать, кто из учителей с кем дружил. Но они все так сильно дружили, что никто даже не знает, где кабинет этого долбанного мистера Сина. Кто он вообще? Ой. Я смогу вниз спуститься? Или опять там этот тоже придурок? Кабинет технологий закрыт. Школьный вестибюль, комната охраны. Но я там не смогу пройти, естественно. Правильно? По-моему, мы на этом уже подлавливались здесь. В комнате охраны мы были. И в медпункте были. В комнате отдыха учителей. В кабинете директора были. Эти, значит, кабинет технологий закрыт. Кабинет управ... Подождите. Вот кабинет управляющего. Вообще заколочен кабинет управляющего. Здрасте. Поэтому мы тут и не были. В кабинете директора были, тут были. Мы везде были. Что надо сделать-то? Просто объясните мне, пожалуйста. Реально не понимаю. Ну вот факультативы. Что это такое? Какой-то рубильник. Что это за рубильник? И почему-то здесь эта спичка горит призрачная. Или что это, как это называется? Зеленая вот эта. Почему она здесь горит? Что это за кабинет? 3-1. И что здесь полезного? Ничего. А, можно тут вот эту использовать. Чипсы. Тут есть чипсы. Это чудеснейшая, прекраснейшая, полезная была комната. Вы счастливы? Я да. Господи, еще все так грохает. Таким звуком зловещим. Ёперный театр. Сейчас я пройдусь. Я видела там ящик. Тут вот еще ящик. Ой, ё-моё, ё-моё. Ну, хоть походим, пособираем. Чё нам еще делать, да? О, бинты! Вы видали? Вы видали, что происходит-то? Что делается? А там есть выход следующий? Да, есть. Вот этот закрыт. 3-3. Никто на полу не валяется? Валяется он. 3-4. Это же 3-4. Нет, это 3-3, только с другой стороны вход. Тут можно спрятаться под столом. Это нам ничего не даст. Так, что тут важного еще? Так, как раз вовремя я собирался уходить, мистер Син. Ёперный театр. Постой, мистер Бан... Чего? Восстанавливает все удаленные файлы с ноутбука Ли. Пойдем со мной в кабинет информатики, мисс Но. Ты уже по уши в дерьме. Я не уверен, что мне это нужно, мистер Син. Поверь мне, ты изменишь свое мнение, когда увидишь, что здесь происходит, мисс Но. На этом ноутбуке должен быть какой-то компромат. Интересно, какой?
Мы уверены, что мы все еще теми вещами занимаемся, какими нам надо заниматься, да? У нас тут скандал, интриги, расследования или что? Эта дура ходит здесь. Вот, и теперь они нарисовали. Теперь они мне нарисовали восклицательный знак. Когда я уже и без вас сама знаю, куда мне надо. В кабинет информатики мне надо. А где вы были? Когда вы были мне так нужны. Когда я так нуждалась в вашей помощи. Где вы были все? А? Идите лесом. Вот вы вообще здесь не в кассу. Так, кабинет информатики. Пришли. Что значит закрыть? Здрасте. А, это кладовка. Наверное. Во, кабинет информатики. Кабинет информатики. Ну, показывайте компроматы свои. Очень интересно, что там директриса делала. Мы же тут не выживанием занимаемся. Ага. Я еще не закончил, но вы уже можете посмотреть некоторые файлы, мистер Бан. Она тайно оценивает учителей. Что это за чертовщина? Они обставляют все так, будто мы некомпетентны. Я пока ничего не нарыл на директрису Ли, но зацените это, мистер Бан. У нее даже есть компромат на управляющего. Что случилось с нашей бывшей школьной медсестрой, это может повлечь за собой огромный скандал, мистер Син. По всей видимости, директриса Ли шантажирует управляющего. Мы должны что-то на нее нарыть, Бан, мистер Мясно говорит это. Я вижу множество подозрительных писем между ней и разными журналистами, родителями и даже ее мужем. Разве он не член городского совета, мистер Бан говорит. Отлично, думаю, этого хватит для СМИ. Я возьму ноутбук и посмотрю все остальное дома, Мясно. Ни за что. Директриса Ли получит уведомление, если ты... Войдешь с другого IP-адреса в наши дни, и почтовые службы хорошо защищены, мистер Бан. Тогда мы должны что-то сделать, прежде чем она заметит пропажу ноутбука, мы можем оставить его здесь до завтра. Утром я отправлю все найденное в СМИ, Мясно. Лучше оставить его в кабинете биологии и химии, мистер Син. Почему, Мясно? Вы, возможно, этого не знаете, но управляющий пристально наблюдает за Сихвой и обнаружил одну из его камер. Я обнаружил одну из его камер в своем кабинете. Поднял скандал, он ее убрал. Ему будет интересно узнать, что мы нашли. Охранники на его стороне, так что это только вопрос времени, когда они разнюкают про этот ноутбук. Я оставлю ключ в кабинете биологии... А, ключ от кабинета биологии здесь. Попроси одного из своих учеников принести ноутбук в кабинет попозже. Так мы избавимся от хвоста, мистер Син. Подожди, куда ты идешь, Мясно? Позвонила директриса Ли, она думает, что я на ее стороне. Если она упомянет свой ноутбук, я вас предупрежу, мистер Син. Директриса Ли вынудила Мясно уволиться. У этого трио настоящая вендетта против нее. Мистер Син упомянул, что оставил ключи от кабинета биологии здесь. Нужно осмотреться. Так, давайте же осмотримся. Мы нашли вырванную страницу. Сеул был практически полностью разрушен после многих лет артиллерийского обстрела. Я бесцельно и с недоумением бродила по улицам города. Все, что осталось, полуразрушенные здания, пришедшие в упадок после многих лет забвения. На остатках жилых кварталов, где когда-то кипела жизнь, быстро выросли трущобы. Все было совершенно неузнаваемо. Устав от длительного путешествия, я нашла тихий переулок и уснула на улице. Проснулась в страхе от яркого, увиденного сна. Меня будто... притягивал Сон Сын, район, в котором мы поселились 8 лет назад. Тогда я не знала, что моя жизнь изменится навсегда. Обождите, девушка, мы ищем ключ. Это мы тот же самый диалог сейчас прочитаем. Может быть, цепкие руки как-то это... захватили наш ключ. Нет, они захватили только наши деньги. А вот это тоже цепкие руки? Да. Блин, это тоже деньги. Что же эти цепкие руки такие алчные? А что значит здесь? Здесь.
Но это тот же самый диалог. Мистер Си напомнил, что оставил ключи. Нужно осмотреть. Ну, я осматриваюсь. Она там ходит. А она ходит по кабинету информатики или она ходит по коридору? Есть что, тут есть где спрятаться? Нет, тут вообще негде спрятаться, если что. Но у нас есть баллон. О! Ключ. Должно быть, это ключ от кабинета. Вы получили ключ от кабинета биологии. Да. Да, это мы получили, да. А, это вот эта перекошенная дверь. Так. Сейчас, значит, мы выходим и идем, пожалуй, налево. Я так думаю. Ну, я думаю, что... Нам сейчас зададут направление таким, знаете ли, ненавязчивым, но мощным пинком. У нас направление будет такое, как у надо. Вот оно, вот оно, вот оно, вот оно, вот оно направление дает нам. Гнида, ну какая ж ты стерва. Крашеная ты тварина, ты посмотри на нее, где тут прятаться, тут негде прятаться, ну все, пипец, мы еще и устали. У нас есть баллон, иди лесом. Пошла в пенек. Воды, кстати, тоже нет. Может, тут можно спрятаться? Во, можно. Ой, только тут сложно будет. Давай, улетывай отсюда, поняла меня? Ну и где мы? Кто-нибудь вообще знает, где мы? Мы в учительской. Нам надо вниз, все еще. Ой. Нет, ну это ж надо. Какая же вот стервозная она женщина все-таки. Ну мы, кстати... Мы, кстати, в общем-то и целом не пострадали. Ну как, у нас теперь нет баллончика. Слушайте, может быть тогда теперь походить. Может быть тут где-то был баллончик, и я его не взяла, потому что не было места. Будем теперь рыскать. Что ж делать? По-моему, в туалетах. Пошла ты в пень. Вот, кабинет биологии. Да вы да задолбали! Ну серьезно! Иди в жопу, придурок! Пошел нафиг вообще! Задолбали! Я вообще теперь хожу, где хочу! Понятно, законом не запрещено. А то ишь, он там гнездо будет вить. Этот класс. Здесь я впервые встретила Дахён. А, в свой первый школ... Вот какую анатомию им показывали. А я думала, эксгибиционист напал. Ага, вот воспоминания. А, они не с самого детства с Дахён. Эй, девчонки, вы только взгляните на нее. Это мне так кажется или в классе... Полно малышни. Я... что? Ты хочешь что-то сказать, малявка? Новенькие должны быть тише воды, ниже травы. Ты это еще не уяснила? Эй! Вам упырицам заняться больше нечем? Еще одна. Какая дерзкая. Похоже, она тоже не знает свое место. Знаете, что я думаю, девчонки? Ох, я думаю, что пора бы ей показать коготки. Многоточие. Звонок вас спас на этот раз. А, это не слова автора. Тут вообще нет слов автора. Вам повезло, малышня. Но не думай, что мы забудем твою рожу.
Эй, ты в порядке? Ага, просто они застали меня врасплох. Не парься, им нравится доставать младших. Кажется, мы из одного класса. Я Ли Дахён. Я Пак Мина. Нельзя никому говорить настоящее имя, что ж до тебя не дойдет-то никак. Будто это было только вчера, многоточие. Она, правда, вступилась за меня в тот день. Да. Почему Дахён, точнее тот дух, отправил меня сюда? Тебя отправил сюда не дух, а желание распутывать. Это оно, место, где мы впервые встретились. Ты смотри, Мина, ты справилась. Думаю, твоя память еще не полностью превратилась в плавленый сыр. Зачем ты это делаешь? Что ты здесь делаешь? Вот мне интересно, что она здесь делает? Тебя не должно здесь быть, это место кома, это неправильно, и ты другая. А вот и нет, это как раз самое правильное место. Здесь тебе не найти ни одной фальшивой стервы. Вернее, так было, пока ты не пришла. Но может, я смогу решить эту проблему. В любом случае, мне надоело, пора валить. И постарайся больше не терять свой проездной, растяпа. Вы получили проездной, Тэмани. Хи-хи. Спасибо, пожалуйста. Она исчезла. Сейчас у меня нет времени думать об этом. Нужно догнать Есоль. Все, все, мы сваливаем. А, мне в дыру. Мне в нору, в дыру. Ой. Мяу. Не надо. Ну, я так и думала. Отстань. Оба вы. Вот тут-то мы и заночуем. Блин, у меня нет газового баллона. Это очень плохо. Нет, ну это прикольно, что они рандомные на самом деле. Потому что, ну иначе, вообще было бы не страшно играть. Согласитесь. Я еще, кстати, не похилилась. Потому что у меня только чипсики. А чипсики восстанавливают 2 здоровья. Я что, глупая? Я потрачу 2 здоровья на 1 здоровье. Звучит ведь нелогично, нет? Наверх. А я здесь хрен поднимусь наверх. Ну, они мне зато придали ускорение. Я бы вот, я бы долго еще поднималась наверх. Хотят ее... Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Быстренько так, быстренько. Оп, и уже все наверху. Всего-то сколько тут осталось этажей-то? Фигня. И сейчас опять... А, вот еще выше. Сюдой мне. Какой факультатив? Факультатив один. Так, мне не в эту, значит, дверь, а в следующую. Нет. Вот в эту. Запишемся. 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 Мы очень редко что-то в этой серии вообще записываемся. Очень даже реденько. О, кстати, кстати, смотрите, тут записочка. Записочка. Слушайте, мы прям много собрали. Враги окружили Пусан, моя семья оказалась в ловушке. А, в смысле? Мы же тоже читали. Вы чё мне гоните пургу, алё? Все. Я лезу в дырку и на этом завершаю сегодняшнюю серию. Потому что сил моих больше... Верстак! В начале следующей серии пойдем к верстаку. О, опять фотка Мины висит. Давайте сейчас включу фонарик, чтобы нам с вами было как-то посветлее, поприятнее в этом мрачном, ужасном, отвратительном месте. В общем, я надеюсь, вам нравится это прохождение. Мне очень нравится игра. Я ругаюсь, потому что я пугаюсь. Я прям реально, я сижу, у меня трясутся поджилки. У меня вообще все трясется, на самом деле. Кошмар, ужас. Очень хороший звук у игры. И вот оно реально, оно прикольно, что они рандомные. Ну, потому что ты вынужден выкручиваться. Ты вынужден что-то придумывать, что они не постоянно заскриптованы. Ты не можешь заучить места, где они появляются, и избегать этих мест, грубо говоря. То есть он может вообще там в любом туалете сидеть, этот придурок, который гнездо вьет себе везде. И этот дур ненормальный тоже может где угодно на тебя выскочить. Короче, ну, это страшно, это неудобно.
Но это прикольно, ну, естественно, для как бы прохождения. В общем, свое мнение пишите в комментариях. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока!